Мой Курский вокзал удивительно серый. Отсюда меня заберут для примера под белые ручки за громкое слово. Другие расскажут, а что здесь такого? Москва в протоколе запишет брезгливо, что лавочка пахнет просроченным пивом, что все электрички ему изменили и разом ушли в бессердечное или. По громкой гуляет словесная масса, что кто-то давно ожидает у кассы. Разбавленный шум оседает на плечи. Не стой просто так, не иначе залечит. Давай мы условимся вместо прелюдий. Когда я уйду, ты меня не забудешь.